Глина во всех ее проявлениях. В художественном музее Чебоксар открылась выставка «Керамагия-2015». На ней представлены работы лучших мастеров своего дела. Полюбовались достижениями гончарного искусства и мои коллеги. Керамика – это ремесло и искусство. Своеобразный симбиоз скульптуры и живописи. В течение 10 дней мастера со всей России творили, лепили, придавали форму, обжигали и глазуровали природный материал. Из ничем не приметного куска глины получились необычные, порой нестандартные керамические изделия. Лучшие из лучших работ представлены на выставке. А вот здесь, вот на этой выставке, представлены произведения, которые уже возвышены до уровня высокого профессионального искусства. Здесь мы видим также эксперимент. Красивый, здоровый эксперимент в керамике. Межрегиональный симпозиум керамики проходит в Чебоксарах уже второй раз. В этом году в нем приняли участие 8 художников. Во время симпозиума гончары не только творили, но и обменивались секретами лепки. Культурная жизнь, значит, жизнь мастеров в нашей республике, она продолжается. Вообще Чувашский край богат глинами. Это было традиционно, это было испокон веков. Это продолжается сейчас. Я считаю, что это очень здорово. Оценить работу ремесленников, получить эстетическое удовольствие и даже вдохновиться смогли посетители выставки. Ирина Никифорова только делает первые шаги в этом промысле. Как я зашла, мне прям приглянулись эти красивые такие работы. Я только что так впечатлилась, вдохновилась. Здесь так все интересно, все позиции такие прям представленные. Довольно необычные, прям даже я себе фонтанчик придумала для дома. В планах организаторов сделать симпозиум шире и привлечь больше мастеров. Благодаря таким мероприятиям традиционное ремесло в республике постепенно возрождается, обретает новый смысл и идеи. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев. Республика.